Созидание и творчество – девиз большинства из них, и сцена для них – дело привычное. А в этот день они на ней – главные действующие лица. Речь о работниках культуры. Свой праздник эти замечательные люди ежегодно отмечают 25 марта. В районном центре культуры и досуга собрались чуть раньше. Кажется, что, может быть, результат его работы не сразу виден, но на самом деле вся работа в культуре, она связана все-таки с духовным миром человека, и это очень важно. То есть не хлебом единым жив человек, очень важно, что закладывается в душу человека, потому что это, мне кажется, все равно основа и гражданской позиции, и успеха жизненного. И как поется в песне, ближе всех к народу работники культуры. В Слободском районе 18 домов культуры и клубов, 21 библиотека, причем одна имеет статус модельной, две музыкальные школы и школа искусств. Превращать будни в праздник – работа сотрудников этих учреждений. Татьяна Буланова 33 года преподает в детской музыкальной школе поселка Вахруши. В профессиональный праздник получила награду от законодательного собрания Кировской области. Уже много лет вкладываю все свои силы, все свои знания, все свои труды вот этой работе. Учу детей прекрасному искусству музыки. Хочу, чтобы дети продолжали дальше учиться в музыкальных заведениях среднего звена. Так как вот я преподаватель теоретических дисциплин, поэтому через меня проходят абсолютно все дети. С первого класса предмет слушания музыки, в дальнейшем мус-литературу, сольфеджио. Поэтому я со всеми детьми общаюсь в школе. Мой вклад есть абсолютно в каждом ученике. Вот Дим Димыч недавно выступали, на сцене три ученика, которых тоже я учила. Многие ученики сейчас по всей России, педагоги. На протяжении нескольких лет районные учреждения культуры реализуют ряд важных проектов. Улучшают материальную базу, преображают фойе и актовые залы. При этом каждый год проводят более 4000 мероприятий, которые посещают более 500 тысяч человек. Особое значение клуб занимает в сельской жизни, где развлечений не так много, как в городе. У нас много кружков. Сейчас мы ведем творческие работы, готовимся к поющей вятке. Женщины ходят, плетут сети, волонтерской деятельностью занимаются. Клуб работает, можно сказать, так круглые сутки почти. Если с утра работа идет такая, то с обеда идут, плетут. Вечером у нас играет бильярд мужчины с детьми. Конечно же, творческих успехов нашего. Нелегкой работе, потому что людей сейчас надо заинтересовать. Интернет же, телевидение, и чтобы они раскрепощались, приходили с нами, они работали. И это здоровье всем. Мирного неба над головой – это главное. Здоровье детям, чтобы все было хорошо. Профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен указом президента в 2007 году. Творческие номера и пожелания в подарок всем работникам культуры. Что в культуре Слободского района работают люди особенные, талантливые, образованные, творческие, инициативные, те, кто верны своей профессии, те, кто любят свое дело. Примите искренние поздравления от администрации Слободского района, от меня лично благодарность за ваше трудолюбие, за вашу деятельность. Желаю всем, конечно, творческих успехов, исполнения ваших планов, счастья, семейного благополучия, мирного неба. С праздником, друзья! Thank you.